Разберем, какие у людей ожидания по NFT-сегменту на 2022 год. И за основу берем статью CoinList. Они опросили 5000 человек, чтобы те ответили на различные опросы. Ну и давайте пройдемся по ним. Ну, кто не знает, CoinList у себя листит, в общем, проекты, после чего они делают там сотни иксов, десятки, 50, кто как. Ну, вот самый известный это Filecoin, Flow, Solana. На вопрос, какими проектами люди хотят заниматься на CoinList в следующем году, большинство пользователей ответили, что это игровые проекты. В то же время они с таким же энтузиазмом относятся к децентрализованному финансовому сектору, потому что более 52% опрошенных хотели бы больше токенов DeFi. Ну и вот мы видим, собственно, эту табличку, где показано, что из 5000 респондентов 27 человек за гейминг, игровую индустрию, потом DeFi второе место и третье NFT. Но по сути здесь гейминг можно соединить с NFT, потому что это смежные области. Ну и где гейминг, это вероятнее там есть и NFT, потому что как это будет происходить, еще взаимодействие без NFT. Ну и сюда, по сути, также можно внести еще и DAO, наверное, ну и DeFi отчасти тоже. Поэтому в любом случае мы видим, что интерес у пользователей именно на NFT-индустрию заточенный. Те, кто считает, что игры – это будущее индустрии, также делятся своими взглядами на то, какие игры будут стимулировать рост. Согласно опросу, Gods Unchained имеет большой потенциал стать самой популярной игрой на блокчейне в следующем году. За ней следует Axie Infinity. Ну, Gods Unchained – это уже такая старенькая довольно игра по типу Hearthstone с карточками. Вот сейчас 27,9% здесь ну, люди думают, что она будет в следующем году популярной, втором Axie Infinity. Ну, а далее это идет уже Star Atlas, хотя Star Atlas я бы, наверное, не ставил тут на третье место, потому что игра у них в разработке и вообще неизвестно, когда еще будет. Не думаю, что в 2022 году мы увидим что-то, потому что пока что даже геймплея нету, есть только просто графический, ну, графика, как это все будет именно в анимации выглядеть, но нету самого геймплея. А дальше 9% это Illuvium, потом Ember Sword, Loot и Aurora. Ну, тут уже делит немножко. Ну и пока неизвестно, что будет, это еще 20%. Вообще, мне кажется, скорее всего, мы здесь увидим какого-то нового одного, двух, трех, может быть, даже пятерых игроков сильных, которые отожрут вот эту вот часть у Gods Unchained, у Axie Infinity. Ну, у Star Atlas, вероятнее всего, большую часть тоже. Далее, в связи с тем, что даже старые технологические гиганты, такие как Facebook, присоединяются к рынку, среда и метаверс, игры и метаверс станут основными вариантами использования NFT в наступающем году. Ну и здесь мы видим, что львиную долю будет занимать по опросам людей, это 40% именно метаверс, метавселенной. Следующее это гейминг и profile pictures, PvP картинки, ну, а-ля Board API Club, до того, как они тоже сейчас становятся игрой и метавселенной, то есть изначально это же как просто PvP проект был, вот, то есть это уже мы видим все меньше и меньше, ну и потом уже совсем непопулярные такие области использования. Так что посмотрим, развитие метавселенных в любом случае, ну и даже гейминга, развитие механик, экономик, это процесс не быстрый, посмотрим, как будут проекты с этим справляться. А далее поговорим про блокчейны. Хотя участники опроса признают лидирующую позицию Ethereum в DeFi, опрос показывает, что все еще существует значительный спрос на другие платформы блокчейнов. Более половины респондентов заявили, что планируют максимально взаимодействовать с Solana в 2022 году. Ну и в NFT тоже, как мы знаем, Solana сейчас стала вторым, наверное, блокчейном таким после эфира по популярности. Ну и Binance Smart Chain тоже. 48% заявили, что будут пользоваться в 2022 году. Далее следует Polkadot 47,8%. Ну и уже менее такие популярные решения это Avalanche, Cosmos, Terra, ну и Polygon здесь тоже 11%. Вообще, мне кажется, мы увидим, наверное, либо какого-то нового конкурента среди непопулярных блокчейнов Terra, Cosmos, Avalanche, либо же вообще появится какой-то новый игрок, не знаю, по типу Tezos, либо вообще еще совершенно не раскрытый блокчейн Oasis с токеном Rose, все возможно. Поэтому тут надо смотреть во все глаза и следить за тем, что происходит. Вот. Ну и далее здесь опрос уже идет не по NFT, а больше по биткоину. Там считают ли то, что станет ли он первым, останется точнее первым или нет. Но это уже не наша область. Вот. В общем, такие вот настроения толпы сейчас у людей на 2022 год. Понятно, что ну, не факт, что все это так и будет, да.
То есть, ну, там метавселенные будут занимать в 2022 году лидирующее место, хотя, вероятно, это так будет, судя по тенденции, ну, гейминг и так далее. Просто это как один из таких факторов, на который стоит обратить внимание, на что сейчас люди смотрят, то, скорее всего, и будет развиваться с большей степенью, чем, ну, то, что уже кажется не таким, например, популярным, как просто формат PvP-картинок без их применения в метавселенных, в игровых механиках. Ну, а на этом у меня все. Надеюсь, было полезно. Подписывайтесь на мои соцсети, на мой телеграм-канал, на мой твиттер. Заглядывай в мою коллекцию 99 Dudes. И до новых встреч!